Приветствую вас, дорогие наши зрители. У нас сегодня первый взгляд на игру Башня Калимонва. Поднимись на вершину Башни Калимонва, хардкорное изометрическое RPG со случайно сгенерированного уровня, предназначенное для поклонников более замедленных и медленных экшен-игр. Сражайтесь с культистами и монстрами, ищите магическую добычу, изучайте мощные заклинания. Игрушка планируется выйти в четвертом квартале 2024 года, а поэтому у нас сейчас пока просто демка на английском языке, поэтому затягивать, как говорится, не будем. Погнали. Боже, как это? Сейчас это как-то стало, ну, не сильно модно, что ли? Так, настройки игры. Ладно, давай. Давай тетку возьму. Кира. It's okay. Мага. Да давай ничего не будем. Хотя давай, вот, Despine мод. В смысле? То есть либо щит, либо... То есть ты выбираешь два оружия? Ты можешь два выбрать, и защиту, и типа магию, и типа ее. Музычка разгоняется. О, какая детализация, боже, интерфейс на полэкрана, круто. Слушай, а это точно маг? Я типа клирика выиграл или что? Ой, я наступил на таракашку. Так, Эрка что-то переключается. А я могу бегать? Наступи на нее, таракашку. Так, а есть тап? Да, есть тап. О, как Диабло. Значит, где-то есть режим, так сказать. Здравствуйте. Бля, Годзилла. Так, ну я не знаю, кстати, подсвечивается или нет. Давай сюда зайдем. Но мана не тратится, правильно? Да, ничего не подсвечивается, ничего не выпадает. Меня, конечно, единственное, что бесит, нахрена делать такой интерфейс здоровый. Прям на все, на полэкрана почти. Они, наверное, скорее всего, просто здесь приближения нет, они просто приблизили персонажа камеры и компенсировали, скорее всего, эти. Но это не точно. Да ты попади или что, ну? О, мимик. Прикольно. Но она не подсвечивает название, она подсвечивает именно расположение объекта, я понял. Так, ну давай с этой стороны пойдем. А я могу что-нибудь вот здесь другое выбрать, не? То есть я могу право, типа блокировка, я понял. Типа блок. Ну, типа блок, не типа блок. Так, а что здесь? Подожди, карта, хорошо. Какие-то режимы. Так, у нас есть статы, обычные силы и так далее, так далее, так далее. Допустим, мы все возьмем в интеллект. Допустим. Дальше у нас есть инвентарь. Кукла Вуду и т.д. и т.п. Так. Открываем, закрываем. Так, есть, смотри, огненная. Во! Фаербол, ништяк. Ништяк. То есть я... Во! Теперь мы можем тратить ману.
Да, изи. Кривовато, но изи. Да, лут вообще не падает никакой по факту. По факту ничего. Так, правая кнопка мыши, давай выпьем и все. Так, ну мы можем... А, ну тут кто-то валяется, смотри. На игру эти фишки все, в принципе, со всех диаблоидов лежать. Лежачие всякие таракашки-барабашки. Так, здесь получается тупик, давай возвращаемся. Идем туда. Так, телепортация не работает. Бля. Здесь, конечно, с этими метаниями. А, тут есть второй уровень, смотри. Идет типа второй. Тоже ведь тоже эта вся фишка с этих диаблоидов пошел. Да вообще самый первый диабло. Только странно, что даже, кстати, катсцены, да, особо не было. То есть, а в чем история? Что по факту мне делать? Просто ходить искать уровень, серьезно? Или они типа билд дали просто поиграть? Это же как бы типа демка, просто побегать. Без какой-то особой сюжетки. Потому что у нас даже нету... Есть только управление. А именно... Управление с этого... Какого? Скажите мне, я вам скажу. Настроек. Ну, бляха, муха, настроек. Вспоминай, отвлек этот засранец. Опыта-то уровня нету. Задание, ёпарас, это вспоминал. Нет маны, говорит. Подожди, здесь есть этот колдодроч. Ля, меня замедлил. Мне кажется, что он хилится, нет? Да боже. А где у него ХП там, я не знаю. Я выйти отсюда не могу. Я считаю, все плюс манна потратил этот на него. Мне кажется, он отхиливается. Давай, 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 давай. Да. Ну что, ма... Я вообще не понимаю, вот здесь, ну, сколько у них ХП, чё у него, как у него. Посмотреть можно статистику. Здесь чисто, как бы, по уровневое прохождение получается, по факту. По факту получается. Вот, вот это меня отвращает. Прям, я, блин, меня бесит вот это. Звуки, видимо, отдает. Ну, что есть, то есть, я не знаю, я просто сырой билд, чтобы посмотреть, чё, кого и как, и все. Потому что нет абсолютно ничего, кроме как... обычного стандартного развития, стандартных характеристик, и все. Вот, на этом у меня все. Не забывайте ставить лайки, подписываться, и всем спасибо, всем пока.